Ребят, похоже, я нашел. Булавку нашел. О, да, давайте, да, идите туда. Отлично. Класс, супер. Ребят, что происходит? Боже мой, я не знаю, я спустилась вниз и почему-то все покраснело. Ой, что? Божечки. Волосы остались только от Ланы, по-моему. Я только что Лана... здесь стояла и кажется... Йо, турбопчелики, и команда следователей переодевается. Пока переодевается, но потом будет раскрывать очередное сложное, сложнейшее просто дело. Ребят, может, вы там уже это перестанете прихорашиваться, потому что мы все равно от первого лица будем играть, по-моему. Мы только друг друга будем видеть. Да, к сожалению, вы сами себя не увидите. Я вот эту вот девочку уже купила себе, сейчас переоденусь, да. А мне вот нравятся вот эти подтяжечки у парня, и прическа тоже прям классная, тоже хочу вот эту вот купить. Итак, ребят, мне кажется, именно так и должен выглядеть настоящий такой следователь. Просто вот типичный вид следователя. Да, такой уверенный в себе, уверенный взгляд, и одежда тоже такая интеллигентная. Именно так. Ну что, ребят, погнали. Давайте. 26 декабря 1986 года. Сейчас у нас, что у нас там, дождь идет. И, ребят, подождите, я вроде бы был в этом же доме, я помню этот дом, когда я проходил историю Дороти. Воу-воу-воу-воу. Ребят, сразу напомню о том, что здесь будут всякие скримеры, здесь будут кричать, здесь будем кричать мы, поэтому если вы этого всего дела боитесь, лучше выключайте, либо делайте звук тише. Ёши, я какое-то письмо нашла. Ага, я тоже его открыл. Эй, очень по тебе скучаю. А Хун, это имя или как это? Я не знаю, но может... такой перевод. Просто странный кривой. Перевод, да, как обычно. Ванкувер так красив зимой. В следующий раз это будет со всеми нами. Типа, вместе поедем туда. Я купил ожерелье для Стейси, которое, я уверен, ей тоже понравится. Что-то для Джека тоже. Ага. Ну, короче, он там Эндрю. Эндрю сейчас в Ванкувере и что-то там покупает для всех вместе. Ой. Кто-то что-то открывает. Ага, ладно, я открывает уже дверь. Дверцу. Да, так. Ёша, а кто такой Эндрю? Кто Стейси? Может, ты нам расскажешь? О, арбузы нашла. Кто разговаривает? Лана, кто-то разговаривает. Слушай, это... Ага, тебе нужен ключ от подвала. Слушай, я тебе не скажу на самом-то деле, кто все эти люди. А арбуз реально лежит. Здорово. А можно его потрогать? Ребят, кто арбуз хочет? Ой, я хочу. О, так это ачивка. Это ачивка, Лана. Ну да, мне дали бейдж. Забавно. О, ребята, я ключ нашла. Ой, а что происходит? А я взял что-то радужное. Ребят, вы видели это на записи? Типа, я на что-то нажал радужное. Ай! О, боже мой, здравствуйте. Что там такое? Женщина пришла какая-то. Здравствуйте, женщина. Какая женщина? А я это все дело просто скипнул. О, до свидания. Это кто-то спрятался. Лана, да? Да, закройте дверь, не открывайте меня. Закройте. Приходи, давай, Лана. Понимаю, Лана, понимаю. Следователь или кто? Давай. Я спряталась. Кстати, shift у нас тоже работает, ребят. Давайте немножко будем исследовать квартирку. Это так, удобно. Здесь ничего не вижу. Надо включить свет. Где свет? А, где-то здесь. О, это сложно. О. А, зажигалка. Да, нам тут дают совет, ребята, что если нажать на tab, то можно выбрать зажигалочку. Ну, а ты попробуй ее выбрать. Смотрите. Опа! Так, я нашел ключи. Ребят, я взял ключи от подвала. Все, погнали в подвал. Нам надо в подвал. И, ребят, можно выбрать зажигалку, а потом можно ее зажечь. Просто на левую клавишу мыши. Вот, и ключи от подвала у меня есть. И... О, эта дверь была не заперта, хотя раньше она была заперта. Да, только что я ее трогала, она была заперта. А это подвал же. Это подвал. Да, это подвал, который я только что открыл с ключа. А включите зажигалочку. А я вот включил. Включил, да, ребят, я давайте. Да, темно. Она, кажется, для каждого своя. Возможно, да. Но я думал, что всем она освещает путь. Я пошел в самый низ, просто максимально вниз. И у нас здесь еще один ключ. Ключ от гаража. Так, я, честно говоря, не помню, где здесь что расположено. Поэтому я буду с вами, так сказать, открывать для себя... Ой, монетки. Открывать для себя, так сказать, все заново. Так, здравствуйте. Кто тут? Ева, куда ты идешь? Далеко собралась? Да, я
Тоже проверяю, что тут как. Ага. Ой, господи, меня Ульяна напугала. Понимаю. Так, ладно, что-то нашла интересное, рассказывай. А, нашла... О, господи, это Ульяна, они... Да что вы со всех сторон? Что ж вы пугаетесь меня, я не пойму. Тут надо отколотить доски, у нас ничего нет. О, ребят, а у меня как раз-таки есть ключ от гаража, и нам, значит, в гараж за электрический ключ нет. У меня нет электрического ключа, у меня точно нет. Нам нужно... нам нужен гараж для того, чтобы взять там какие-либо инструменты. Осталось его найти. Дело за малым. А я, кажется, нашла. Просто вниз спускаешься. Да ладно. А это гараж? Ну а что это еще может быть? Так, ребят, веду вас к гаражу. Пойдемте вот сюда. Ага. Тут были дверцы, я их открыла, вот одну. А как ты открыла их? Не знаю, сказали, не заперта. Ого. Ключ у меня вообще-то был, ты открыла гараж. А вот, а тут инструмент. О боже мой. Сигнализация. Блин, я помню, такое было уже. А вот инструменты. Ага, кто-то забрал. Забирайте еще зажигалку. Я, простите. Так, здесь что-то еще интересненькое было, насколько я помню. Да, вот здесь вот можно подняться было наверх. И у нас здесь еще зажигалочка, еще мелочь. Кому нужна зажигалка, забирайте. Ой, я открыл еще какую-то дверь. Ребята, а что это за телефон? Вы его использовали? У него зеленая кнопочка какая-то. Да, он не работает. Он за робуксы, к сожалению. Так, ну что, давайте тогда найдем что-нибудь, что не за робуксы. Оу, здесь какой-то длинный коридор, дверь. Зеркальный ключ. Ребят, короче, сейчас мы будем собирать огромное количество ключей, как я понимаю. Кстати, Ева, вот здесь, вот с другой стороны, там, где мы спавнились, ты с помощью своих вот этих кусачек можешь открыть дверь. Сейчас все сделаю. Только с другой стороны, да. Хорошо. Ребят, кажется, не только Ева, у нас у всех есть возможность использовать эти кусачки. А, у нас общие предметы? Здорово. Ага. Ой. О, ребят, так, кто-то ребят, пришел? Это, да. Интересно. Давайте я его сейчас как зажигал, какая-то лупасью и все. А может быть, я это... готова. Ой, а я нашел комнату кого-то ребенка, судя по тому, что здесь конструктор валяется. А как там она так находится странно? Тут сквозная ванная. А, это другой выход. Блин, картина страшная. Ну, не страшная, просто развернулся и страшно стало. Жесть. Ребят, ребят, дверь заперта, но, короче, только что из-под двери вылезло письмо. Эй, Мэри, надеюсь, мы сможем поговорить о вещах, когда ты вернешься в город. Я оставил чистый холст в гостиной. Да, ой, я увидела. Теперь надо найти ладно, гостиную. Пойдемте, да. Найдите гостиную, хорошо. Гостиная это здесь или где? Да, чистый холст я точно видела, нет, значит не здесь. Кстати, ребят, пока мы спускались, я забыла вам сказать, что я нашла электрический ключ, поэтому если вы помните, где это находится, то можем сходить. Ага, круто, круто. Но можем еще найти гостиную. Вот холст. Позвони. О, можно я позвоню? Можно я позвоню? Ой, прости, Лёша. Ладно, да, ничего страшного. Так, следующее задание. Колокольчик, похоже, ничего не сделал. Окажется, что-то только произошло. Только что при мне написали на холсте. Эндрю сказал, что он положил наш рисунок в гардеробе каком-то. Ну, видимо, в главной спальне. Нам нужно туда снова. А еще он сказал, что он убегал от манекенов. У Эндрю, видимо, какие-то проблемы явные. А, ребят, я по центру просто коридора вижу манекена. О, нет. А где ты? В коридоре. У а самого входа он? Я. Вот, ребят, смотрите, смотрите, вон, что он там стоит. Правда? О, да, интересно. Ой, блин, я думала, это сами эти шкафы, шкафчик, блин, открылся, я испугалась, капец, ну не пугай меня. О, я Ланы испугался. Нам говорят войти в главную спальню, это вот здесь. Эта дверь была так не заперта. А моя дверь закрылась. Так, главная спальня, окей. Здесь у нас кресло. Кольцо, кольцо, кольцо. Позвони еще раз, говорят. Так, хорошо. Там позвонить или здесь позвонить можно где-то? А тут есть колокольчик? Да не вижу его вроде бы. Значит, вроде нам нет. Возвратиться надо? Ребята, здесь манекен уже лежит. Это мне меньше нравится. Ну, один там вроде лежал в самом начале, так что будем считать, да, что это предмет
от интерьера? Я позвонил в колокольчик, все начало мигать. Боже мой! Что? Что случилось? Меня куда-то унесло! Я брала зажигалку и испугалась. Меня тоже сквозь стены куда-то несет. Да. Так что я запер его. Кто кого запер? Найти Эндрю. Где может быть Эндрю вообще? Ребят. Откуда мы знаем, где он? Да. У меня тут два манекена в кухне. Ага, их становится все больше. Так, мне кажется, самое время пойти и открыть электрическим ключом дверь. Ага, давайте, он на втором этаже вроде бы был. А в детской комнате на стене кладовки ножом было прибито письмо или нет? Нет, вряд ли. А, ой, привет, вижу тебя. Да, ну вот можешь почитать. В командировке, когда вы идете в магазин, вы можете купить кухонные ножи, они пропали, люблю тебя. А, в смысле, когда будете в командировке, купи, пожалуйста, кухонные ножи. Угу, интересно. Но пропали, я нашел, походу, нож, ребят. Ага. Я не уверен, но, по-моему, я нашел нож. Мне нравится. Эта дверь заперта. Ключ, который вам нужен, неизвестен. Спасибо за инфу, игра. Я максимально просто доволен инфой. А, а что еще произошло? Ты слышала звук? Кто-то. Что это было? Колокол. Разве это был колокол? Ребят, тут манекен, и на нем какая-то штука. Ребята, я нашла, кажется, дверь, которая не заперта. Вот, посмотри, там написано «Найди меня» и фотография. Ага. Значит, там Эндрю прячется или как? Скорее всего. Так, ребят, смотрите, там есть кровать и вот жалюзи. Ну что, ищем комнату с кроватью и жалюзи. Ой, это очень похоже на детскую на втором этаже. Так, Ульяна, ну показывай, что ты тут нашла, давай. Что-то интересненькое. Ну, пойдем, а у тебя зажигалка при себе, а то что-то. При мне работает, так, открываем, ну открываем, поехали. Так, здравствуйте, здравствуйте. Интересненько, о чем-нибудь расскажете, может быть? С кем ты здороваешься, Ёша, ты что-то знаешь? О, ну нет, никого не знаю. Я включил вроде бы свет, или выключил. Ребята, у вас что-то изменилось или нет? Я не могу никого найти. Как-то не очень изменилось. А свет у вас включился или выключился, или что-нибудь ничего, произошло? Ничего, света никакого нигде не. А, о, включился. Ага. О. Все, ладно, это значит переключатель. Я понял. Итак, ребят, ну что, давайте на поиски той самой комнаты. Нам нужна... О, а вот это мы не сможем отколотить? Мне нужно что-то, чтобы открутить это. Значит, прошлые щипцы не помогут. Не знаю, мне кажется, под когопцами, в принципе, можно. Ребят, кто-то стучит? Вы слышали? Да. Нет. Ребят, я тут что-то нашла. Так. О, картиночка. Ну-ка. О, это, короче... Угу, ясно. Нам искать теперь дальше нужно, получается. А я взяла отвертку. О, а там можно отвинтить. Отвинтить там можно в одном моменте как раз-таки. Ой. Ту штуку, которая нам не поддавалась. Пойдемте, только единственное, у меня закончились все зажигалки. Ой, Ева, внизу где-то были. Мы будем освещать твой путь. Так, ребят, ну что, я попробую открутить что-нибудь. О, откручивается, да? Круто. Так, а дальше? О. Какая-то дверь. О, здесь, смотрите, что-то спряталось. Ой, чую я так. Ключ, тоннель. Ключ, да. Какие жуткие картины. О, видимо, от этой же двери как раз. Ну-ка, открывайте. Давай лучше ты. Мне страшно. Да, ага. Ты иди вперед. У меня в руках зажигалка, давайте. Ну и что, открывай зажигалкой, пойдет. Да. О. Фотография. А это не то, что мы искали. Спаси меня. Кого спасать? Я могу сюда зайти, нет? Не могу. Не, видишь, там, кажется, закручено. Где мне тебя спасти? О, ой, это что за звук? Что-то произошло. Это входная дверь вроде бы. А у нас нет задания. А у вас тоже так же мутно в глазах. Да. Да, у меня тоже. Помутнело как-то. Я думала, это зажигалка плохая, а оказывается нет. Воу, какие звуки странные. Ой, ну или мы надышались углекислым газом, как вариант. Какая жесть. А, ребят, я, кажется, засыпаю. Почему? Что происходит? Мы все засыпаем. Не надо было туда идти. Побег из подвала. Как мы оказались в подвале? А как мы оказались в подвале? Ага. А мы тут уже были? О, смотрите, за нами следили, похоже. Нет. Так, погнали отсюда, все. Ну-ка. В смысле, а заперт? А можно камеру забрать? Так, ну здрасте, а как мы найдем ключ или что нам нужно? Надо на рисунки потыкать, я думаю. Ага, так, я, кажется, что-то нашла. Так, куда смотреть? Вот нам нужно наверх, вот тут, в общем, какой-то ключ. Где? Ну-ка, стоп. Вот нажмите наверх, вот на эту штуку. О, точно. А я уже что-то...
что-то схватила. Ключ от погреба. Давайте. Да, все верно. О, здорово. Здравствуйте, здравствуйте. Вы думали, вы от нас просто так избавитесь? Нет, так не работает. Побег из пустого дома. Сбежать поскорее, ребят. Эй, милая, прости, что я не собираюсь быть там на Рождество. В последнее время все чувствовалось немного пустым. По-моему, у Эндрю немножко настроение не очень в хорошем состоянии. Да, побег уж из пустого дома, ребят, нам надо на выход идти, правильно понимаю? Так, здесь, по-моему, было с что-то иначе. С удовольствием, хватит. Нам сюда, ребят, нам сюда. Ребят, реально кто-то всю мебель утащил. Отсутствует булавка. А где булавку взять, простите? Ребят, там в стене что-то было, кажется, нужно попробовать дотянуться. Давайте. И реально мебели вообще нет, и так просторно, приятно стало. Ну, мне говорят, я не могу дотянуться вовнутрь. Блин, а нужен какой-то предмет. Какой предмет? Ой, чуть не упал в погреб назад. Не, не пойдет так. Ой. Так, какой же предмет нам поможет, ребят? Ну, какая-то палка с крючком на конце, наверное. Ага. Может быть, разделимся? Ну, давайте. Ой, это плохая идея. Ну, другой у нас, к сожалению, нет. Ребят? Что происходит? Боже мой, я не знаю, я спустила вниз и почему-то все покраснело. Это призрак, она идет за мной, она идет за мной. И за мной идет. Господи, я помню то, что такое было у меня. А что делать? Так, я вижу кого-то. Убегать, я ребят, убегаю. Убегать на месте, не стоять. Не надо, не надо, не надо. Фу. Все, все нормализовалось, отлично. Кажется, да. Кошмар какой-то. Вот эта вот фиговина будет нас преследовать, как я понимаю. Ой, нет. А как мы найдем нужную вещь? Ребят, похоже, я нашел. Булавку нашел. О, да, давайте, идите туда. Да, отлично. Супер. Что там? Позвони мне. Пойду сейчас позвоню. Позвоню в колокол, нет проблем. А мне как-то не очень хочется в него звонить. Да ладно тебе, давай, погнали, позвоним. А что это тут стоит? О, чуть не упал опять. Ну-ка. Тюнь-тюньк. А, все, надо было просто позвонить. Опять побег из пустого дома. Так, я не могу дотянуться внутрь. Да вот тебе, где тут эта штука? Подождите, так я же забрал. Я же забрал эту. Ёши, булавка нужна не там, а там, где ты пытался. Вот, я сейчас ее тут использую. И... так. А, дверка стала зелененькой. Так мы можем выйти теперь? Нет, теперь нам нужен еще один ключ, и скорее всего он в стене, а туда мы не можем дотянуться, потому что нам чего-то не хватает. Длины рук на... Опять! Что ж ты делать-то будешь? За кем? Ребят, за кем? За мной, кажется. За тобой не вижу, нет. За Ульяной похоже. Она тут, она в коридоре! Нет. Она еще ни за кем, она вот там. Да, вижу, мелькает. Здравствуйте, уважаемая. Ой, привет. Можно вы не будете к нам идти? Давайте я пойду в подвал, а вы к нам не лезьте. Ой. Дверь не заперта, тогда, может быть, нам можно пройти? Нет, нет, пожалуйста. Нет, нельзя пройти. Ой, тюнь, здравствуйте. А где она? А можно до свидания, пожалуйста, да. Ой, Ёша. Да хотелось бы, здравствуйте, здравствуйте. Хотелось бы попрощаться с этой женщиной, но что-то пока не получилось. А, вот она, ну здравствуй. Может быть, ее прогнать надо? Давай, уходи, все, давай, ты мне не нравишься. Уйди. О, ушла. Вот видите, просто попросил и все. Ай, тюнька, ребят. Как она дает? Она ровно за мной встала. Просто ровно за мной. Я тебе... Ой, посветить тебе, что ли? Ай. А! Да куда я? Что я делаю? Так, единичка. Вот она стоит. Вот, смотрите, стоит, смотрит на кого-то. Че смотришь? Не подходите так близко, потому что, мне кажется, она опасна для общества. Да, она меня покоцала. А, даже так? Воу. Ну да, я не знала. Я просто, когда у меня зажигалка стала красной, она просто появилась сзади, и я такая поворачиваюсь, она мне прям вот, не знаю... Прям дышит вот. О, ребята, я нашла телевизор на втором этаже, и тут следующий кулачок. Тут камера. Ой, я вижу, Ёши поднимается по лестнице. Воу, ты следишь за мной? Да. А есть там какие-то предметы? Да, кто-то в подвал спустился? Это я хочу что-то здесь, может быть, найти. В подвале ничего нет, я уже чекал, поэтому давай поднимайся на второй этаж так, лучше. Так, вижу Ёши. О, ребята, тут какой-то сейф. Ёши. Ёши, за тобой здесь призрак. Нужен кот. Призрак ушел. Ты только что там был, а за тобой призрак в другую сторону пошел. Ты чё пугаешь? Боже мой, а зачем я это Ребят, видела? А какие-то номера, может быть, у вас есть на примете? Я нашла подкову на при... О, господи, на призраке, на манекене. Так, ребят, поднимайтесь все на второй этаж. Вот, Ёши, стой!
Иди ко мне. Так. Все, пойдем, покажу. Фух, мне не понравилось то, что я видела. Я видела призрака, который летает. И вот можете посмотреть в этот телевизор. О, подкова, действительно. Ну, это вот, может быть магнит. Да. Магнит, ребятушки. Так, магнит нам нужен на первом этаже, поэтому я отправлюсь туда. А вы следите за тем, чтобы меня не съели. Мы пойдем с тобой лучше. Я не хочу оставаться можно в той комнате. Ребят. Кокончик, она здесь, магнитом. Угодите! Она прямо здесь! Она прям за спиной! Ай, она меня укусила! Меня тоже! Ой, она ходит, ребята, она начала ходить, по-моему. А я могу дзынькнуть? Да. Не могу дзынькнуть. Я думал, может, это поможет как-то с ней ты справиться. Ты сделал то, что там надо было сделать. У меня желтый ключ какой-то, ребят. Может, это от главной двери, и мы наконец-то сбежим, она тоже желтая. Так. Да? Ребят, эта дверь не заперта. Да, наконец-то. Ребят, это не входная дверь. Нет, что-то это не выход. Вот такое. Что у нас здесь? Что-то было здесь, и что? Нет! Ай. Тихо. Она здесь! Нет, она здесь, да? Да, она прям за тобой. Да блин, она достала. А что было здесь? Там написано было, что-то было здесь, но непонятно что. Ну, видимо, она. Интересно. Она реально защищает, там что-то есть, ребят, ну-ка. Давайте посмотрим. Надеюсь, она не появится еще раз. Ребята, я нашла сейф. Ой, какой сейф? Код? Я уже находил, нам нужны цифры какие-то для сейфа. Так, ладно. Так, Ёши, мне кажется, надо попробовать сочетание цифр 1894, потому что... Да. Потому что я, когда спускалась по лестнице, увидела это сочетание. Да. Я тоже вижу. Вау, подобрал... Тедди медведь. Мишку Тедди я подобрал, и, видимо, надо положить его туда, может быть. Ну, давай. Так, ну давай попробуем. И. Ну-ка. Да! Да. Ой, что? Божечки. Волосы остались только от Ланы, по-моему. Я только что здесь стояла, и кажется. Возвращайтесь в подвал. Боже, не надо. Ой, ребят. Я не хочу я тоже. Не хочу, боже мой. Кстати, вернулась вся мебель. И зажигалки можно найти. О, это здорово. Ребят, что-то происходит. Кто-то что-то хочет написать. Я пришел и... Я думала, у меня залагало. По-моему, кто-то в подвале уже сидит, нет? Да. Может быть, там Эндрю? Позвони в колокол, нам говорят. Он где-то здесь был. А он где-то здесь был, этот колокол. Где колокол? А, вижу. А, вон. Тюнь. Да что ж такое? И принеси то, что мне принадлежит. Так, я вижу, Ульяна бежит со всех ног сюда, а это потому, что она тащит Мэри ее художественные принадлежности. Давай, Ульяна. И именно так оно и есть. Звони в колокол последний раз. Ульяна, ну притащила, звони сама. Все, я отошел. Давайте, какая пожалуй. Честь, а мне страшно. Туньк. И... Да. Я знал, что ты это сделаешь. Ты всегда так делаешь. Ну ты же попросила, в смысле, а что не так-то? А что это открыла? А там Эндрю? Ребят, там Эндрю? Пойдемте спасать Эндрю, ребят, идем. Пойдем. Кольцо. И бедный Эндрю сидит здесь и ждет, пока его спасут. Что за кольцо? Я уже видел эту надпись. Конец Мэри в последний раз. А что с кольцом-то? Там будут объяснять это все дело хотя бы? Ой, не знаю, ну звучит и выглядит максимально жутко. Он вообще жив? Ну, вроде бы да. В общем, ребят, вот так вот мы прошли эту часть Мэри. До этого я проходил часть Дороти. Надеюсь, дальше будет часть вот этого вот парня. Потому что... Эндрю, я забыл, как его зовут. Часть Эндрю, я надеюсь, будет. Потому что нам нужны ответы, нам нужно больше ответов. А их пока нет, так что на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте и всем пока! 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 Пока!